Всем привет, интернет! Снова вы, снова я, снова мы вместе с вашими посылками, вернее, с вашими санкционными товарами в посылках, которые я заказываю из иностранных интернет-магазинов благодаря своим возможностям, несмотря на все санкции и ограничения. Поэтому сразу говорю вам, если вы хотите обзавестись какой-нибудь санкционкой из какого-нибудь иностранного интернет-магазина, а они сейчас все как один не принимают наши платежные инструменты и не высылают нам товары, пожалуйста, можете воспользоваться моими возможностями. Внизу по ссылкам в описании проходите группу ВКонтакте, объявление на Авито, канал в Телеге, кидайте мне свои ссылки, вполне себе возможно, я вам смогу помочь, как помог на этот раз своим подписчикам, но сейчас покажу с чем. Так, первая посылочка вот такая подраспакованная. Ну, в принципе, ее содержимое видно. Я не хочу ее доставать. Тут все хорошо заклеено в пупырку. Все так замечательно. Тем паче мне это ничего не даст. Это материнская плата Alienware Aurora R15. Было написано, что open box, потом в описании было написано, что извлечена из рабочего компьютера. Ну, в общем, можно сказать, что не новая, но БУ, но типа в отличном состоянии, но не это самое главное. Я когда компьютерные такие комплектующие привожу, я все время мульку вспоминаю про то, как русские уже разобрали на чипы все стиральные машины и холодильники. Все хорошо со стиральными машинами. И с холодильниками тоже все замечательно. Все, чипы привозим так, в виде чипов. Так, следующее. Что-то тут поназаклеено так жестко. А, вот так она открывается. Что-то тут длинненькое пришло. Наверное, на мотоцикл. Сейчас посмотрим. Щиточек, да, точно. Вот следующая посылка, галимая санкционка, запрещенка, вот такой вот щиток, тоже его не буду распаковывать, так прекрасно видно, никелированный, защитный, на мотоцикл, на Harley Davidson, по-моему, да, Harley Davidson. О, можете посмотреть, вот его стоимость, доставка по Америке, все, инвойсик, название мотоцикла, без балды, тут все по-честному, шутки с вами никто не шутит. Так, следующая посылка, по-моему, тоже у нас с мотоциклетным содержимым, тоже американский eBay, двойная упаковка, молоко вдвойне смешнее, если после огурцов. Так. Опа, а, да-да-да, все. Тут тоже санкционка, запрещенка. Лютая, галимая. Это концевики на выхлопные трубы. Тоже на мотоцикл. Ну, вот так вот полапаю, ничего, я думаю, с ними не случится. Вот такие вот блестящие, никелированные, красивые. Там два винтика в комплекте есть. Есть такое дело. И вообще у нас, по-моему, сегодня будет, за исключением материнской платы, день запчастей на канале. Раз, два, три, четыре. Потому что в этой посылке, по-моему, тоже здорово приехали мотозапчасти. А может, вру? Сейчас посмотрим. А, не, вру. Смотрите, у нас день чуть-чуть и шмоток будет. А, предмет роскоши. Санкционка. Вот такие вот Гуччи. Ну, они просто стоили несколько дороже, чем разрешено напрямую вывозить с... Смотрите, тут eBay, а вот... Короче, это они с eBay сначала проехали аутентичный, гарантируют нам аутентичность. Они с eBay-шки сначала проехали в какой-то там центр аутентификации, там подтвердили, что они настоящие Gucci.
Ну и потом поехали туда, куда мне надо. Вот смотрите. И сейчас поеду к моей заказчице Евгении. Вот первая у нее посылка. Сейчас позвоню ее обрадую, но перед этим сниму еще четверочку посылок, которые приехали для вас. Но их вы увидите в следующей распаковке. А с этой все. Ныряйте вниз в описание под видео, если вам что-то нужно заказать. И оставайтесь на канале. Всем удачи, всем пока.